А если он не это? Нормально. Короче, втроем вытолкнуть, мне главное поездка. Здесь снег, видишь, рыбку, пожалуйста. Вон она. Андрюх, речку-то видишь? Я на трассере, говорю, езжу сюда. Вижу. Теперь вижу. И камеру видит. А, он уже ходит. Места охрененные. Только на неделю опоздали, на одну неделю. А какая завтра погода будет? Ну, это ясно какая. Какая? Мороз, вон, видно, что мороз. Там. Ну да. О, шука там расшуши там нахуй. Ра-ра-ре. Ну, понятно. Я вам сейчас сам тоже. Не, Вань, ты прав, ёжик, завтра будет еще веселее. Да. Ну, короче, Вань, ты покажи, где получится поздравить. Вань, от тебя хомячка ждет хотя бы одну щуку. Ну, попались. Три раза. Туда поехали. Нормально. Правильно, давай. Тут не, лодка. Не волнуйся, чего ты волнуешься? Давай. Вон, видал избушку какая? Какую ножку? Видал медведей. О, вот такой. Вот, ну, прямо. Терочка. Это из деревьев. Здесь... А вот за да, вчера вообще совершенно было замерзшее, сегодня маленько почище стало, но все равно уже лед стал. Речка Малога. Сегодня уже... Нет, таких льдин нету, видишь, потеплее стало. Да, маленько очистилось. И там, видишь, больше настолько стало. Чаек впадает, блядь. Слышишь? Маленький. Деревенька на том берегу. На повороте речки здесь она делает поворот. Потом еще раз. Налево, около того леска. Неизменно каждое утро приходили с соловьем, неизменно с одного и того же места мы их шугали. Уже так вот, как первый раз, не давали подойти. Да. Вчера мы, блин, двух уток уже укусили. Ждал. Да. Там что такое вот в кустах? Приблизим, посмотрим. Вон там. Но это даже если дичь, то с той стороны как никак не возьмешь. Видишь, в кустах две точки сидят. Или еще надо? Нет, погода резко континентальная, и здесь уже надо вызывать ледокол. Ермак? Да, какой-нибудь. Ну куда? О, природа, матушка. Взяла, все сделала по-своему. Ну что, скажем так, прозевали. А разница какие-то 3 дня. Вот и все.
все, да. 5 дней и все. Вот тебе и здрасте. Вот и бабушка, и Юрий в день.